Привет, друзья! Это «Русские истории» и я, Тамара Жирова. Сегодня мои друзья готовят борщ. 20 литров борща на костре. Давайте посмотрим, как они это делают. Для борща нам нужна свекла, картошка, морковка, лук и капуста. Мы режем картошку и доводим воду до кипения в этой большой кастрюле на 50 человек. Добавляем соль по вкусу. Режем лук и морковку. Жарим лук на оливковом масле. Добавляем морковку. Помешиваем. Натираем свеклу на терке. Сначала мы варим картошку, потом добавляем свеклу и жареный лук и морковку. Когда другие овощи почти готовы, мы режем и добавляем капусту. Выглядит аппетитно. Добавляем специи. Борщ готов. Можно добавить сметану и, конечно, укроп и петрушку, если они у вас есть. Очень вкусный борщ. Я ем. Еще есть блины, и я уже объелась, но не могу остановиться. Спасибо, что смотрите мои истории. Спасибо за ваши лайки. И подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. And if you want to get the text of this video in Russian with a parallel translation in English, follow the link under this video in the description box.